8 июня Казань стала главной площадкой для республиканской юридической практики. Ассамблея Legal Expert Awards стала первым масштабным мероприятием в сравнении с другими городскими юридическими форумами. Основной целью мероприятия является создание эффективной площадки по взаимодействию участников юридического сообщества и бизнеса. Адвокаты и юридические консультанты, корпоративные юристы и представители бизнеса, судьи, представители образовательных учреждений обсудили актуальные вопросы сотрудничества, правовые проблемы, а также изменения в российском законодательстве. Почетными гостями ассамблеи стали мэр города Казани, председатель попечительского совета юридического факультета Казанского федерального университета Ильсур Медшин и председатель Татарстанского регионального отделения Общероссийской ассоциации юристов России Ильдар Халиков. Мне очень приятно приветствовать вас, будучи председателем попечительского совета нашего юридического Казанского университета и как его выпускник. Казань исторически являлась и продолжает развиваться как крупнейший российский центр юридического образования и науки. Легендарному Казанскому юридическому факультету в 2019 году исполняется 215 лет. За минувшие более чем два века тысячи выпускников успешно окончили альма-матер, став специалистами в области юриспруденции. И, конечно же, знаете, просто по-хорошему позавидовать и поблагодарить всем участникам сегодняшнего мероприятия. Позавидовать, потому что оно первое, и почему-то как-то вот последние и годы, и десятилетия мы не догадывались проводить такое. Ильсур, спасибо вам большое. Большое спасибо Казанскому федеральному университету. Безусловно, мероприятие, которое собрало сильнейших юристов города, не могло обойтись без участия представителей юридического факультета Казанского федерального университета. Взяв приветственное слово, проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский напомнил участникам форума про то, что год основания Казанского университета является также годом открытия юридического факультета. С тех пор прошло два века, а юридическому факультету Казанского университета по-прежнему есть чем гордиться. Для нас это большая честь. Быть соорганизатором такого массового мероприятия. Сегодня мы живем в эпоху больших перемен. Наш университет является достаточно старым с одной стороны, потому что нам будет на будущий год 215 лет. Мы являемся вторым университетом Российской Федерации после московского по возрасту. Но в то же время мы являемся достаточно молодым университетом, поскольку мы постоянно меняемся. Стоит отметить, что инициатором проведения мероприятия выступила Ассоциация выпускников юридического факультета Казанского федерального университета. И программа сегодня стоит на повестке дня самая актуальная. Речь идет об новых цифровых форматах деятельности юристов. Речь идет о тех изменениях, которые ожидает юридическая профессия. В течение прошедшего дня юристов ожидали выступления топовых российских спикеров, тематические круглые столы и торжественная церемония вручения премии Legal Expert Awards. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.